Доброе утро, друзья. Нашел Гаврюшу среди своих сородичей, таких же ушастых, с такими большими мягкими ушами. Там, смотрите, моллюски бегают по себе. Гаврюшка, иди сюда. Гаврюша. Вы многие просите показать Гаврюшу, но его пока к своим сородичам загнали, смотрите, их сколько. Они все тут. Только один Гаврюша выделяется из них. Блондин. Специально для прекрасной девушки, которая сейчас отдыхает в Дагестане. Гаврюшу тоже показываю. И его братиков. Братиков и сестричек. Таких вот хороших, хороших, хороших. Какие у тебя громадные уши. Смотрите, какие лопухи. Ай, какие же прикольные. Гаврюша, ну иди сюда. Гаврюша. Да, да. Что, один Гаврюша, что ли? Да, прикольный. Мы тоже прикольные. Красавец какой, красавец. Ой, ты важный какой. Гаврюша ушел куда-то. Идите сюда, идите сюда. Иди. Где твои рожки? Не растут еще рожки? Вот у них наросты такие. Видите, как они с морскими свинками уживаются. Добрячки. Так, пойдем до Гаврюши. Иди сюда. Иди, мой Гаврюшечка. Ты мой красавец. Ну иди сюда, ну. Гаврюша хочет погулять. Ему здесь не нравится. Да, Гаврюш? Гаврюш. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну иди. Иди туда погладить. Иди сюда. Гаврюш отбитался, не хочет. Будем ждать, когда его выпустят. Да эти ребятки неплохие, да? Скажи, мы тоже хорошие. Мы тоже классные. Добрые ушастики. Вот такие вот у нас вертолеты. Обалденные. Совсем ручные, даже не пытаются, не боятся абсолютно, добрые. Гаврюшины собратья. Гаврюша с ними не общается. Видите, просится. Просится, чтобы его выпустили. Стройные. Ушастые. Вам бы еще красные мокасины нацепить. И лезгиночку научиться танцевать. Вообще цены вам не было. А, ну иди, иди сюда. А, это прям модель. Модель. Модель настоящая. Чё ты? Чё ты такой? Ну, что? Иди сюда. Иди, модель. Длинноногая. Ай, красавец, красавец. Какой красавец. Иди сюда. Бодаться умеешь? Умеешь бодаться? Иди сюда. Чухаю тебя.
Аврюша. Аврюша, ну иди сюда. Аврюшке надо к людям. Привык. Все, страняшка ушла. Пошла гулять. Ну, ну, Аврюш, Аврюш, иди сюда, коврик, ну дай тебя поглажу, ну дай поглажу тебя, ну что ж ты такой вредный. Иди сюда. Никто так и не достанешь просто так. Иди сюда, ну иди сюда, Гаврюшка. Ух ты, коврик ходячий. Да. Настоящий баран. Вот такое там говорится. Вот, ну, друзья, пойду я дальше заниматься съемками. Кстати, да, большое всем спасибо, кто отреагировал на просьбу, кто поддержал меня финансово. Всем отдельное спасибо. И до встречи.